Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала вот такую прихватку или подставку под горячую посуду. Тунисским крючком. Крючок 3 миллиметра. Обвязку производила простым крючком 2,5 миллиметра. Вот с одной стороны и вот с другой стороны. Изделие довольно-таки плотное, потому что в два сложения, хотя пряжа тонковатая. Вязала из пряжи бон-бон, кристалл. Это 100% акрил производства Турция. В 100 граммах 475 метров. Использовала вот такой цвет. Номер 98-397. Так, для этого узора тоже пряжа бон-бон кристалл, номер 98-237. И для этой стороны использовала такой темно-зеленый, номер 98-235. Значит, это изделие связано из 9 секторов. Вот, можно посчитать, вот по этим элементам. Вязала один сектор, потом вязала следующий и прикрепляла к предыдущему. Также покажу и расскажу, как вязала двухцветный шнурок для петли. Диаметр этой прихватки 20 сантиметров, вес 43 грамма. Кольцо амигуруми. Набираем 9 столбиков без накида. 1, 2. Так, набрали 9 столбиков без накида и еще один дополнительный, 10-й. Берем темную нить и соединяем 1, 2. Это у нас первый ряд, это второй. Закрываем 1, а этот закрываем светлым. И будем вводить крючок между тунисскими столбиками, то есть под изнаночный ряд. Темный. Последний столбик светлый. В третьем ряду 3 столбика. Закрываем. Четвертый ряд. Один светлый, два темных. Заходим между столбиками. Я крючком отодвигаю.
и один светлый. В четвертом ряду 4 столбика. Закрываем. И в конце четвертого ряда закрываем темным цветом. Пятый ряд. Два темных. Один. Два. Один светлый. Вот между двумя темными. Два темных. В пятом ряду 5 столбиков. Так, что хотелось бы сказать. Последнюю петлю я перекручиваю по часовой стрелке. Вот так. Для чего? Чтобы вот эти петли были не перекрученными. Иначе, когда будем вязать следующий сектор, будет трудно соединить. Шестой ряд. Темная, светлая, две темных, две темных это центр. Дальше. В зеркальном отображении светлое и темное. В шестом ряду 6 столбиков и закрываем. Седьмой ряд. Темная, светлая, темная, в центр, светлая. Далее. Темная, светлая, темная. Темная. Светлая. Темная. Закрываем. Восьмой ряд. Темная. Светлая, темная, в центре две светлые,
И далее темное, светлое, темное. В восьмом ряду 8 петель. Так, сейчас я еще раз покажу закрытие. И перекручиваю крючок. Девятый ряд. Одна темная, две светлых. Темная. В центр светлая. От центра темные, две светлых, темные. Темные. Две светлых. И сюда темные. Так, закрываем и смотрите на последнюю петлю. Если она перекручена, то крючок перекрутите. Десятый ряд. Две темных. Две светлых. Две темных, центр. От центра две светлых, две темных. Значит, в десятом ряду 10 петель. Закрываем. Одиннадцатый ряд. Темная. Светлая. Две темных. Далее светлая, в центр темная. От центра светлая, две темных. Светлое, темное.
В 11 ряду 11 петель. Закрываем ряд, но вот эту последнюю петлю, темную, закрываем светлым цветом. Заканчиваем 11 ряд, как я говорила, последнюю закрываем светлым цветом. И крючок я перекручиваю. 12 ряд, 2 светлые. Так, 1 темная. Светлая. Темная. Возле центра 2 светлые. Вот, центр 2 светлые. Значит, сюда в левую сторону вяжем темное, светлое, темное. Темное. Светлое, темное, и в конце 2 светлые. Значит, в 12 ряду 12 петель. Закрываем. 13 ряд, 2 светлые. Темные. Светлые. 2 темных. Центр светлые. От центра 2 темных. Одна светлая, одна темная. И 2 светлых. Значит, в 13 ряду 13 петель. Закрываем. 14 ряд. 1 светлая. Две темных, светлые, темные, светлые. В центре две темные. От центра светлое, темное, светлое. Светлое. Темное. Светлое. Две темных, светлые.
значит, в 14 ряду 14 петель. Закрываем ряд, но последнюю петлю закрываем темным цветом. Заканчиваем 14 ряд темной петлей. 15 ряд. 2 темных. 2 светлых. 2 темные, светлые, темные, темные. Светлая, темная. В центр вяжем светлую. И от центра вяжем точно так же. Темная, светлая, темная. Две светлых, две темных. Так, значит, в 15 ряду 15 петель. Закрываем и последнюю темную провязываем светлым цветом. Заканчиваю 15 ряд светлым цветом. Шестнадцатый ряд. Одна светлая, одна темная. Две светлых, темная, светлая, темная, темная, светлая, темная. В центре две светлые. От центра темная, светлая, темная. Темная. Светлая. Темная. Две светлых, темные, светлые. Две светлых. Темная. Светлые. Значит, в 16 ряду 16 петель. Закрываем. 17 ряд. Светлые. Темные. Две светлых. Темные. Две светлых.
далее темная. В центр светлая. От центра темная, две светлых темные. Темная. Две светлых. Темная. Далее. Две светлых. Темная, светлая. Две светлых. Темная. Светлая. В 17 ряду 17 петель. Закрываем. 18 ряд. Две светлых. Одна темная. Две светлых. Одна темная. Две светлых. В центре две темные. От центра вяжем точно так же. Две светлые темные, две светлые темные. Темная, две светлых, темная, две светлых, в 18 ряду 18 петель. Закрываем. 19 ряд. Две светлых. Две темных. Две светлых. Две темных. В центре три светлых. От центра точно так же. Две темных, две светлых, две темных. Так, две темных. Две светлых. Две темных. И в конце две светлые.
19 ряду 19 петель. Закрываем. 20 ряд. 2 светлые. 1 темная. 1 светлая. 1 темная. 3 светлых. 1, 2, 3. 4 темных. 1, 2, 3, 4. Это центр. Дальше 3 светлых. темное, светлое, темное. В конце ряда 2 светлые. Значит, 20 ряд, 20 петель. Закрываем. 21 ряд. 1 светлая, 2 темных, 2 светлых, 2 темных. 3 светлых. 1 темная. 3 светлых, 2 темных. 2 темных. 2 светлых, 2 темных. И в конце 1 светлая. Закрываем. Но последнюю петлю закрываем темным цветом. Закрываем 21 ряд темным цветом. 22 ряд. 2 темных. 5 светлых. 1,
два, три, четыре, пять. Две темных. Четыре светлых. Четыре петли — это центр. От центра вяжем две темные. Далее 5 светлых, 2 темными. Значит, в 22-м ряду 22 петли. Закрываем ряд и последнюю петлю темную закрываем светлым. Заканчиваю 22-й ряд светлым цветом. 23-й ряд 9 светлых. 1, 2. Девять. Так, далее 5 темных. Пять. И 9 светлых. 9. Закрываем. Закончили 23-й ряд, и темную нить можно отрезать. 24-й ряд 24 светлых. 23. Двадцать четыре. Закрываем. Закончила 24-й ряд. Нитку отрезаю. И последнюю петлю сильно не затягивайте, потому что мы
Вот в эту петлю будем делать соединение. Ну, вот такой узор у нас получается. То есть от центра до края 24 ряда. Следующий сектор будем вязать. Так, переходим к центру. И опять темным цветом набираем 2 петли. Одну петлю набираем в свободную петлю. Вторую петлю в ту же, где у нас уже столбик. Вот так. Ну, я пока крючком простым, потому что здесь сложновато. И соединяем. Так, соединяйте так, чтобы у вас петля не вытянулась. Так, провязываем один. А второй должен светлым цветом провязать. Так, это мы провязали второй ряд. Две темных и закончили светлый. Теперь у нас третий ряд. Светлое. Затем темная. И вот сюда, так, сейчас, давайте еще раз этим, здесь сложно. Так. И соединяем со светлой петлей. Четвертый ряд. Одна светлая, две темных, и одну светлую в столбик. Так, и соединяем со светлой. Так, и со светлой соединяем. Теперь смотрим. Следующая петля красная. Значит, мы должны закрыть красным цветом. Вот. И так ориентируйтесь вот по этим крайним петлям. Ну, давайте еще пятый ряд провяжем. Две темных. Одна по центру светлая. И две петли темным цветом. Так, и соединяем в петлю и в петлю изнаночного ряда, чтобы у вас не вытянулось.
И ряд заканчиваем, ориентируемся вот на эти ряды, то есть темным цветом. Вытянули петлю, протянули, провязали. И так вяжем точно такой же узор. Значит, надеюсь, понятно, что заканчивать ряд нужно тем же цветом, что вот здесь. Здесь же конец ряда. Вот, точно так же ориентируйтесь. Показываю, как соединять последний ряд, 24-й, с предыдущим сектором, в последнюю петлю. Вот эту петлю мы распускаем. Заходим в последнюю петлю изнаночного ряда. И соединяем. Эту затягиваем. И далее закрываем 24-й ряд. Итак, получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 секторов. Я вам покажу, как соединять с правой стороной. Так, набрали. И соединяем с первой темной петлей. Так. Теперь закрываем светлым, а светлую петлю соединяем с темным цветом. Это у нас будет петля следующего ряда. Вот мы сюда в темный цвет соединяем, и она будет напротив светлого цвета. Далее у нас как идет темный цвет. И затем светлый. Со светлым соединяем. И эту петлю светлую соединяем со светлым цветом. Четвертый ряд я еще вам покажу. Так, давайте еще провяжем. Четвертый ряд светлая. Так, сюда темная, еще одна
темная. Здесь у нас светлая. Так, соединяем со светлой петлей, а заканчивать будем темным цветом. Так, темным закончили. Соединяем в светлую. Вот. Но она пойдет, видите, рядом встает с темным цветом. А здесь светлые все. Здесь самое главное с правой стороны не пропускать петли. Ну, вы, в принципе, увидите, что каждый цвет должен находиться друг против друга. И все. И вот так соединяем. И будет 9 секторов в этом изделии. Закончила я эту часть. До этого я связала точно такую же, только другим цветом. Обвязала соединительными петлями, то есть соединительным столбиком. Вы тоже, когда закончите, нитку не обрезайте и соединительными столбиками обвяжите за тунисские столбики. Вот таким образом. В принципе, смотрите сами, как вам лучше обвязывать. Вот я обвязала вот так. Обвязала я по контуру соединительными петлями. Вот у меня последняя петля. И далее находим 12-ю петлю. Поставила маркер. И теперь будем вязать петлю, за которую можно будет повесить прихватку или подставку под горячее. Поскольку у меня нитка тонкая, вот я его так складываю. Вот, свернула пополам. Вот, сюда ввожу. Под 12-ю петлю. Проверьте себя. А в следующую петлю соединяю темный цвет от другой части. Вот, под следующую петлю другой цвет. И теперь будем вязать двухцветный шнурок. Накид, а провязываем другим цветом. Накид,
и другим цветом. И так вы вяжете на ту длину, которая вам необходима, чтобы была петля. После того, как провязали на ту длину, которая вам необходима, закрываем эту петлю и хвост вводим в ту же петлю, вот, с изнаночной стороны. Вот так. А этот хвост с этой стороны. Ну, вот так я решила сделать петлю. Теперь здесь концы зафиксировать. Теперь совмещаем углы двух частей. Так, совместили углы. Я буду обвязывать соединительными петлями. Ну вот, закончила я прихватку, либо подставку под горячее. Это кто как хочет, может использовать. Ее постирала, высушила, немного растянула, придала форму. И вот такая получилась.